В городе Константиновка Донецкой области, где накануне бронемашина украинских военных сбила женщину с двумя детьми, всю ночь не стихали беспорядки. Разгневанная толпа пришла к общежитию, в котором расквартированы силовики. В окна казарм полетели камни, протестующие подожгли два автомобиля ВСУ, перевернули третий. В ответ силовики открыли огонь в воздух. Однако советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в эфире одного из телеканалов, что милиция получила приказ стрелять на поражение в случае обострения ситуации. Поздно ночью местные власти заявили, что порядок в городе восстановлен. Однако есть сообщение, что в Константиновку прибыли боевики экстремистской, запрещенной в России организации «Правый сектор». Они наступают на позиции протестующих, но пока местные жители держат оборону. Очевидцы сообщают, что на улицах слышна стрельба. В Министерстве обороны Украины заявили, что военнослужащие, виновные в совершении ДТП, задержаны и понесут суровое наказание. Трагедия случилась накануне. БМП украинских силовиков выехала прямо на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. Восьмилетняя девочка погибла. Младенец, который находился в коляске, не пострадал. Его мать доставили в больницу в тяжелом состоянии. Очевидцы говорят, что военнослужащие были сильно пьяны.